Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Он двуногий, катоголовый, вид его особо суровый. Моментально он нападает, усыпляет и пожирает. Даже не спорит и во всем ему сразу вторит. У него все на побегушках, но от крутости он с катушек. Полностью полетел, начал фигню творить. Он своих истребил и не затормозить. Мир идет обыденный, хочет быть правителем. Только Сайрон уцелел и его он захотел. Парнуть и бежит он за ним искорей, собирая с собой своих верных друзей. Горка и Картун Кэт за ним сразу пошли, и его на площади они нашли. Он уже свой дым испускает, и весь город он усыпляет. Картун Кэт зажал нос прищепкой, и на голову прыгнул белкой. Рот зажал ему своей. Прислали коробку, кот дремот тащил ее ловко. Дверь ему открыла рогата и была слегка грубовата. Взяв коробку, дверь перед носом хлопнула у кота вопросы. Где оплата за ту доставку? Кот уходит точно в отставку. Рогата быстрей коробку взяла и пока нет людей. Сияющий холодильник манящий. Вот теперь мечта сбылась и рогата понеслась. Наготовила вкусных десертов, тортов. Вот и праздничный ужин для цирка готов. Холодильник поставила все и сама. Платье выбирать себе она пошла. Как вернулась, все позабыла. Холодильник она открыла. Он пустой, рогата зверей. Все тот пожалеет. Закатила страшный скандальчик, чуть не скинула всех подлальчик. Только вдруг из комнаты с криком выбегает Джакси со скрипом. Прям за ним бежит холодильник, и сожрать его хочет сильно. И не нужно всяких опросов, ясно, кто все съел без вопросов. Дремот все хочет сразиться с поездом и повеселиться. Победил он кучу народа и добрался до самолета. Прилетел на остров коварный, поезд обитает кошмарный. Здесь и кот собрал снаряжение, начал он свое приключение. Ночь не спит, в пещере сидит, скучно ему порой. Вот бы пришел другой, и мечты сбываются. Кот к нему является, поезд зарычал и враз. Котику заехал в глаз. Кот пошире свой рот сразу же распахнул. Кинулся он на поезд, но тот обманул. Только кот его цапнуть хотел в колесо. Ну а поезд взял откуда-то песок и швырнул его прямо в морду. Только кот сегодня увертлив, хоть один глаз больше не видит, но другой никто не обидит. Кот клешнями в поезд цепился, так что потолок отвалился. Поезд вырвался мгновенно, минус клешни одновременно. И тут началась потасовка, и какая будет концовка?
удаляется красный. Кот дремот стал как-то кошмарным. Он попил из лужицы странной, и глаза его загорелись, и в три раза выросла челюсть. Зарычал он страшно и сразу, рык его услышали разом. Все, кто жил на этой планете, все закрыли окна и дети, спрятались под кровать. Кот вышел погулять, рядышком ни души, но кот поесть спешит. Кисси-мисси хочется посмотреть, охотится, как кошмарный кот дремот, и она к окну ползет. Потихоньку встает и глядит из окна, во дворе никого и одна темнота. И вот только хотела она уползти, как перед лицом зажглися фонари. Кисси сразу как забежала и на пол скорее упала. Кот проткнул стекло своим когтем и залез в окно, видит локти. Под кроватью кот без напряга отшвырнул ее и беднягу. Кисси взял и в пасть ее мигом, как закинет и дальше с криком. Начал разрушать все владения, ищет кушать, но не везение. Солнце встало и осветило, монстра в котика превратило. Кот... Пожиратель на остров как-то раз попал там непросто. Выживать ему как-то надо, смастерил себе он палатку. Каждый день бананы, кокосы, но который день на неврозе. Ждет, когда корабль прибудет, и про остров он позабудет. Но только ночью он слышит протяжный стон в джунгли. Один видит много руин, там в капкан попался и одна осталась. Горка пожиратель крик издала прям в этот миг. Поезд горку немедленно освободил и на пляж он к себе ее там пригласил. Но тут что-то случилось и кто-то идет, все деревья вырывать маг грядет. Горка с поездом подскочили, убежать они поспешили. Необычайно, но увидел как-то Кэт Непа. Котик цвета весь фиолета, ходит всех вокруг вырубает, газ из ротика выпускает. И конкурента дух Картун почуял вдруг, надо перехитрить и его устранить. А Кэт Неп тем временем видел своим зрением, что ловушку Картун Кэт сделал, но это секрет. Картун вырыл огромную яму и в ней разместил гнездо миленьких голубей, а сам спрятался в ветках деревьев и ждет, когда фиолетовый сюда придет. Тут Кэт Неп решил приколоться, подбежал к яме и мнется. И как прыгнул вниз, что мультяшный, чуть не рухнул с дерева страшно. Подошел он к краю и смотрит, там Кэт Неп лежит, будто мертвый. Картун Кэт решил растянуться и передней лапой коснуться мордочки кота Фиолетта. Только тот предвидел и это, рот открыл и дышал.
ночью в цирке бродила и котенка внутрь пустила. Он сидел один на крылечке, под дождем мяукал сердечко. Помни, сжалась и она ловко, молоко нашла и коробку. Накормила, спать уложила, на диван легла и закрыла. Тоже свои глаза, только вот чудеса. Котик совсем не тот, за кого выдает. Изо рта дым селится, помни, не шевелится. Вышел в коридор и вмиг комнаты нашел других. Мяу-мяу под дверью крокоте пищит. Она дверь отворила и вот уж лежит. Дальше зубы и кейн рядом тоже лежат. Видят сны и удивительно храпят. Кот их всех тащить попытался, но не смог и чуть надорвался. Он не взял на руки сначала и понес к себе до подвала. Тут из комнаты Джакс выходит, и все спящими он находит. Видит вдалеке монстр, помни, тащит Джакс за молот огромный. Со спины кота как шарахнет, отлетел тот, но рот распахнут. Только Джакс уже подготовлен, скотчем был тот кот остановлен. Упомни день рождения, ура, ее все поздравляют с утра. Подарков надарили, к торту приступили, а Кейн скачил и вышел, но куда? И видят, что он тащит презент, упаковку сняли в момент. Это чудо-горка, на нее все ловко влезли, это супер-уикенд. Но только вдруг она жила, и в один миг всех сожрала, и захотела горко уйти, но не знает, что ей не пройти. Двери открывает, только выхода нет, и тут слышит, помни, хочет дать ей совет. И горка одной ей разрешила уйти, чтобы выход ей помочь найти. Помни горку сразу в подвал, по коридору видит вдалеке чудо-сору.
обморок прямо тут. Джакс ее подхватил, за ноги подтащил. Дверь открыл огромную и рогату томную. Протолкнул скорей туда, следом прыгнул и беда. Вроде бы мимо них недовольно прошла. Сайрен дверь постучал, а в ответ тишина. Сел он рядом и стал их мучительно ждать, но они ему не станут открывать. Джакс достал фонарик из сумки, светит в темноту и не думал, что наткнется он на страшилу. Каупма уж зубы сточила, голод у нее очень жесткий. Подходит монстр громоздкий, но рогата так заорала, что дверь мигом с петель упала. Это Сайрен снес ее разом и увидел Каупму сразу, что-то в сердце перестало.